Мемориальная доска с портретом героя Советского Союза Ивана Голубца появилась на улице, которая носит его имя. Торжественное открытие прошло 8 мая. В этот день Ивану Карповичу исполнилось бы ровно 100 лет. Ценой своей жизни в марте 42 года он спас товарищей. Старший краснофлотовец сбрасывал в море с воспламенившегося сторожевого катера глубинные бомбы, превозмогая боль и жар от пламени до той поры, пока не прозвучал роковой взрыв. Инициатором увековечить память героя стала Российская партия пенсионеров за справедливость. Улица в Анапе существует с 1965 года, но, к сожалению, не все жители Анапы, а тем более гости нашего города-курорта, знают о подвиге Ивана Голубца и что он совершил, какой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Поэтому будущему поколению, потомкам в назидание, скажем так, решили увековечить его память, его подвиг. Ни в одной цивилизованной стране без прошлого нету будущего. А мы, молодежь, это будущее. И мы чтим подвиги наших дедов и будем гордо нести их через время нашим потомкам, нашим внукам.